Здравствуйте, друзья! Меня зовут Рябыш Антон, я представитель компании КФ. Аксессуары для подводной охоты и водных видов спорта. Мы производим изделия из ПВХ. Основное – это наши буи для подводной охоты, для дайверов, ну и вообще для обозначения человека на воде. Буи бескамерные, из ПВХ лодочного. Аксессуары дополнительные вешаются под резинки, если нужно. Да, не нужно, снимается. Удобная ручка. Клапана во всех наших изделиях используются лодочные. Можно качать изделия как насосом, так и просто легкими. В принципе, занимает буквально вот минута накачать изделия. Вариации. Обычный буй. Легкий для подводного охотника, для обозначения. Для плоты, для более... Для более удаленного использования, то есть вам нужно покрыть больше пространства, море, еще где-то, пожалуйста, бескамерный, как сабборд. Вот технология, саб-технология изготовлен. Дополнительные крепления для ружей, фиксация дополнительного снаряжения, вещей каких-то с собой взять, бутылочку воды, еще что-то. В комплекте флаг, плечевой ремень, чтобы все это зафиксировать на берегу и спокойненько к воде дойти. Наш флагман – это плот для подводной охоты КФ Макси. Разработан несколько лет назад и, в общем-то, является ведущим изделием в плотах. Здесь есть все. Крепление для ружей, ручки взяться спереди, взяться сбоку. Подушка снимается, может использоваться как маленький буй. Также независимо, если вам не нужен, да, на больших акваториях, на маленьких, значит, возьмете с собой подушечку, использовать будете как небольшой буй. Линь, сумка для плота, используется как коврик для переодевания. Плечевые ремни, то есть, в принципе... В этот плот входит все. Ну, ничего не нужно. Вы можете его купить и сразу же идти на охоту. Дополнения никакие не требуются. Ну, и буй-капля достаточно прост. Форма веретено. Берем с собой, зацепили и пошли на охоту. Может использоваться как охотничий буй на некрупную рыбу в морях. Ребята охотятся. Если там 10, 15, 20 килограмм, можно брать с собой. И, пожалуйста, рыбу убили, она поплыла, потом достали ее. Наши изделия на стенде D31. Приходите, смотрите на наш сайт kffish.ru. Всегда рады. Все, что сможем, мы можем сделать для вас. Спасибо.